ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शांति शांति। Ну вот мы с вами прошлись уже с начала третьей главы. Сейчас я уберу. И здесь вот описание этого древа, да, с корнями вверху, ветвями внизу, листьями, как ригведийские гимны или ведийские гимны. И никто не выходит за пределы этого древа. Оно все собой воплощает высшие корни, то есть духовные корни, дают основания для манифестации в физическом теле. То есть физика является манифестирующей формой духа. И о страхе мы говорили. Что такое страх с точки зрения, может быть, такой лингвистики? То есть по смыслу не лингвистики, а этимологии разве? То есть бхи как уход к самому себе в момент узнавания не себя. Ну и то есть перед страхом перед ним движется и Сурья, и Индра, и Ваю, и даже смерть делает свои дела. На этой разнице между собой и не собой устроены вся, весь механизм времени. И мы тоже говорили, Ашакад Бодхуми, если ты смог, если бы человек смог узнать пракшарирасья висрасах до распадения тела, то татах саргешу локешу в сотворенных мирах, в мирах творения, шариратвая калпате, он как бы подходит или становится для него возможным воплощение в теле. И мы говорили о многих телах, воплощение в телах не в одном физическом, а также в витальном, в ментальном теле. Как эти тела могут быть созданы, как бессмертные тела, да, на примере матери. Об этих вещах вообще-то никто никогда не говорит. Если бы мать не говорила об этих вещах, мы бы никогда и не узнали, что такое даже возможно. У нас бы даже не было такой идеи, что возможно создать бессмертное ментальное и витальное тело. И они должны быть созданы до того, как бессмертие появится в физическом теле, станет возможным. Это, наверное, и есть та самая конвертация тех павших четырех эманаций, о которых мы постоянно говорим, да? Потому что, если вы помните, все эти четыре эманации – это consciousness in light, то есть сознание света, то есть само осознание, да, божественное, радость или блаженство, да, истина. И жизнь, вот эта жизнь последняя, это они пали в этом порядке одна за другой. Сначала пало сознание, потянуло за собой блаженство, которое превратилось в страдание постепенно.
которая потянула за собой истину, что превратилось в неистину, и которые вот эти все три наконец-то потянули за собой бессмертную жизнь божественного бытия и создали из нее вот несознательную материю. И вот теперь восстановление этих тел через индивидуальную работу, через психическое присутствие и влияние на эти тела, тоже будет носить такой же характер. Сначала будут создаваться ментальное тело, то есть истина должна вернуться. То есть бессмертное ментальное тело вернет, собственно, супраментальную истину в действие. Да? То есть это тот дар, который Яма дает Савитри. Она же тоже просит четыре дара один за другим. Сначала видение Дьюмацены. Божественный ум должен вернуть себе знание. Это первый бун, первый дар Ямы. Потом он должен вернуть ему царство. Царство значит влияние на мир, на этот манифестированный мир. То есть вот это озарение и создание бессмертного ментального тела. Витальное тело будет как раз состоять из тех элементов вот, сознания силы, которые тоже должны вернуться в свою божественную, так сказать, обитель или на божественный путь действия. И в этом смысле Ашвапати, следующий, кто получает дары, божественное присутствие в витальном плане, Ашвапати, да, тот, который есть господин коня, конь – это символ витальной силы. И это есть, собственно, превращение или трансформация страдания и боли в блаженство. То есть первая трансформация Дьюмацена, который превращает тьму в свет, так, то есть трансформация тьмы в свет, в свой божественный прообраз. Вторая Ашвапати, второй дар, который превращает нашу витальную сущность, которая постоянно страдает, да, из-за того, что витальные отношения негармоничные и не духовные, превращает ее в блаженство. Вот это и есть эти два создания этих двух бессмертных тел. А потом должно произойти нечто. Потом должно произойти нисхождение супраментала. Это и есть следующий дар 100 сыновей для Савитри и Сатьявана, который она получила от Ямы до того, как получила жизнь Сатьявану. И, наконец, благодаря этому нисхождению этих сотен сыновей, сотня – это символическое число, то есть бесконечной силой душ, души озаренные будут нисходить в этот мир, рождаться здесь и превращать, давать возможность истине, так сказать, распространиться. Это утверждение истины, превращение. И, наконец, Сатьяван, бессмертие в физическом теле. Сатьяван уже не должен умереть. Ну вот первые два тела она, как говорится, создала, мать, в этом воплощении, бессмертное ментальное и витальное тело. Это и есть, собственно, конвертация этих двух асуров. Этого было сделать невозможно, там, я не знаю, 100 лет назад. Это было бы немыслимо ни для кого создать бессмертные тела на ментальном и физическом плане. Ну, это
Вот здесь я все это рассказываю только из одной фразы: Шарира твая калпате. Он становится как бы подходящим для воплощения в теле. А в каком теле, наверное, имеется в виду физическом здесь, как всегда, интерпретация даст физическое тело, но я думаю, что это в любом теле. Хотя шарира это, как правило, физическое тело. Если кто-либо способен постичь его до распада тела, то он подвергается воплощению в сотворенных мирах. Здесь вообще он даже о теле не говорит, а воплощение, то есть в телесности, шарира твая, но не в теле, а в телесности, и поэтому в воплощении. Ну, нам подходит такой перевод для этой интерпретации создания бессмертных тел на каждом уровне сознания. Окей. Володя, у меня вопрос вот по поводу сотворенных миров. Это речь идет о каких-то высоких состояниях, да? Брахма-лока, Девья-лока, вот то, что было описано где-то. Ну, всех, да, всех миров творения, то есть все эти миры творения, на каждом уровне есть свое воплощение, да. У нас есть психическое существо, которое воплощает или которое манифестирует мир Ананды, да? И у нас есть там супраментальное существо, где оформляется наша индивидуальность, как Амша, и так далее. То есть по всем мирам везде можно будет создать свои тела. Имеется в виду тела как сознательное оформление своей индивидуальности, ну, в полной мере. Наверное, это и есть, собственно, весь секрет бессмертия человека. Это создание тел абсолютно сознательных на каждом из этих уровней. То есть психическое должно вырасти. Это и есть, собственно, то тело вырасти в сознании, в понимании этих переходящих уровней сознания от физического до сверхментального, то есть overmind. И на всех этих уровнях создать свои бессмертные тела. Тогда, собственно, задача будет выполнена, потому что наша задача была в том, чтобы конвертировать эти павшие четыре эманации, да? Возвратить их обратно к своему божественному, своей божественной функции. Они пали, они потеряли, да? Свет потерял себя и стал тьмой, радость потеряла себя и стала страданием. Они должны вернуться к себе. И вот эта конвертация их происходит через вот этот вот sacrifice, жертвоприношение этого психического. И на каждом уровне будут созданы тела, которые будут воплощать качества, божественные качества на том уровне. И таким образом, собственно, конвертировать их или вернуть их к своему божественному прообразу. Но в то же самое время есть еще какая-то скрытая задача в этом всем, не только возвратить эти павшие эманации к своему источнику, но и еще идет какое-то интенсивное создание индивидуальности, божественной индивидуальности, потому что это и есть само средство возвращения этих типичных сил, да, которые, собственно, не индивидуализированные силы. Это эманации всеобщие, так сказать, как материя или там как
жизненная сила или как ментальность как таковая, да? Ум. Ум не мой ум, а вообще ум как уровень сознания. Да? Чтобы их вернуть обратно, нужна была вот это вот участие, нужно было участие индивидуального проникновения, так сказать. Не такого же типичного возвращения. Да? Типическим образом это нельзя было сделать. Это можно было сделать только через вот множество душ, через их взаимодействие, через их игру. И вот это взаимодействие между разными очагами или центрами божественного в темноте, да, и в страдании, и в лжи, и смерти, вот эти центры каким-то образом контактируя друг с другом и находя себя постепенно, превращает все это павшие эманации, трансформирует их и возвращает их к своему источнику. То есть, если бы эту задачу можно было решить типическим каким-то образом, что не зашла какая-то одна сила и как бы вернула осознание всем этим павшим эманациям, то, в принципе, не было бы создания индивидуальности. Но, как мы можем догадаться, самая идея, а самая главная идея этого творения, из-за чего оно имеет место, почему оно вообще случилось, это создание верховной индивидуальности. Он захотел быть многим. Это звучит немного примитивно для ума, который очень образован и вообще ищет какие-то другие объяснения всему, материальные в особенности. Но если представить себе, что единый захотел быть многим, то как бы он этого добился? Есть ли какой-либо другой способ у него стать многим? Наверное, нет. Наверное, это самый оптимальный, самый разумный ход, который только может быть, который оправдывает всю экономику того, что происходит. Да? То есть забытие себя, потеря себя и нахождение себя в новых, как бы сказать, очагах или душах, да? Которые, развиваясь, становятся им, эволюционирует и возвращается к его верховному самоосознанию, но уже в отдельной форме. Поэтому эти тела создаются как индивидуальные тела, а не как тело всеобщее, типичное тело. Это те очаги превращения всего ума. Вот сейчас ум уже изменился из-за того, что мать создала, собственно, бессмертное ментальное тело в себе. У нас появились гораздо выше вибрации. Мы стали открытыми, наш ум стал открытым к более высоким вибрациям у всего человечества, не только у избранных или тех, которые ищут. Все люди стали мыслить по-другому. А то, что она создала из витального, бессмертное тело, то вот эта конвертация страдания в блаженство тоже имеет место. Мы пока его так не видим на большой шкале, потому что мы не проверяем эти вещи. А по существу это уже произошло на тонком плане. Уже появился прототип вот этого превращения страдания в блаженство. Появились возможности совершенно новые на этом уровне. Ну вот,
Это я так отвлекся к интегральной йоге, ушел к этой огромной теме бессмертия. И вот Ятха, да, вот мы об этом тоже говорили, вот пятый стих, как в зеркале, так он и в атмане, то есть в зеркале и в атмане сравнивается, как бы сказать, опыт, да, который узнавание себя. Как во сне в мире предка, как в воде, так виден он и в мире гандхарвов, как в тени и свете, так в брахмане. Зная по отдельности природу чувств, их восход и заход, зная по отдельности их возникновение, мудрые не печалятся. Здесь мы на этом остановились. Индриебья в парам манаха, манасах саттвам уттамам, саттват адхи махан атма, махато вьяктам уттамам. Разум выше чувств, сущность выше разума. Сущность – это саттвам. Да? Великий атман над сущностью, непроявленное выше великого атмана. Мы об этом уже говорили довольно основательно. Авьяктат ту пара в пурушах. А выше, пуруш уже выше непроявленного. Непроявленное, извиняюсь, всепроникающий и лишенный признаков. Алинга, эвача. Авьяктат ту пара в пурушах. Вьяпако линга эва ча. То есть в вьяпаках всепроникающий, а лингах без членов тела, то есть лишенный признаков. Неизвестно, кто он. Он, она или я, оно. То есть нету у него признаков. Ямджнятва, узнав которого, мучьяте. Джантух, существо освобождается амритатвам чагачати и идет к бессмертию. Он пишет, достигает, скорее стремится, устремляется к бессмертию. Шри Аурбиндо по-своему переводит, смертный человек, зная его, выпускается или отпускается в бессмертие. То есть он может теперь свободно искать этой реализации бессмертия. На сам дрышати штати рупамасья, на чакшуша пашьяти кащанай нам. Арыда маниша манасаби клиптах. Я этот видур амритасте бхаванти. Образ его незрим, никто не видит его глазом. Чакшуша напашьяти. Он постигнут сердцем, мыслью, разумом. Арыда маниша. Манасабхи клиптах. Я этад видур амритаха те бхаванти. А те, кто знает так, становятся бессмертными. Интересно, что здесь Шри Аурбиндо, это ранние его переводы, переводит Маниша как супермайнд. But to the heart and mind and the supermind he is manifest.
если мы возьмем это в чистом виде, это так, значит, сердце, ум и сверхразум, да, супермайнд. И высшие тела, которые нужно создать. И вот 10 стих. Яда панчава тиштханте, панча аватиштханте, джнянани манасасаха, буддища навичештати, там ахух парамам гатим. Когда 5, да, аватиштханте успокаивается или устанавливается, джнянани вместе. То есть панча джнянани, 5 знаний или 5 источников знаний, может быть, 5 джнянендри, да, устанавливается вместе с разумом манасасага аватиштханте. Буддища навичештати, извиняюсь. И Будди не, так сказать, не напрягается или не действует. Да? Чешта – это корень, означает делать усилия. Да? И когда Будхи не делает никаких усилий, там ахух парамам гатим – это и есть высший путь. Путь к высшему источнику. Его зовут высшим путем. То есть должны установиться 5 кармендри вместе с манасом, успокоиться, найти свое положение истинное. И Будда должен как бы расслабиться и не искать никаких ответов, стать прозрачным. И это будет высший путь. Его называют там ахух парамам гатим. Там йогам ити маньянте. Тот путь называют йогой. Да? Твердое владение чувствами. Стхирам индрия дхаранам. То есть твердое удержание индрий называют йогой. Апраматтах тада бхавати. Йога хи бхава апьяяу. Когда человек становится неотвлеченным, апраматта, ибо йога приходит и уходит. Йога хи бхава апьяяу. Прабхава, то есть начало апи-ай, апья, это апи-ай, да, от корня, и уходить, приходить и уходить, появляться и исчезать. То есть йога природы такой непостоянной. Поэтому человек должен быть апраматта. Апраматта – это такой невнимательный, да, который забывчивый, невнимательный, растерянный, даже, можно сказать, немного как бешеный. Да? От корня мад – опьяняться, опьяненный, да? Не в своем уме. А прамата – это тот, который в своем уме, который не теряет концентрации и полностью осознает, что нужно, чтобы произошло постоянно. То есть постоянный контроль над индриями считается йогой. Это путь постоянного контроля над индриями. Но вот только тот, который не увлекается индриями, да, во всякие движения, и не отдает себя на, так сказать, не привлекается объектами чувств бессознательно. Лишь тогда
он может вступить на путь йоги, потому что йога приходит и уходит. Как только он потеряет концентрацию, йога исчезнет. Нельзя достичь его ни речью, наива вача, наманаса праптум шакьях, начакшуша, астити, брувато ньятра, катхам тад упалабхьяте. Нельзя достичь его ни речью, ни разумом, ни глазом, как постичь его иначе, нежели говоря, он есть. Астити. Бруватах аньятра катхам тад упалабхьяте. Здесь есть еще сноска где-то на 12-м. Это раньше было, да? Да, вот Шанкара интерпретирует вот это прабхавапьяо как начало рождения и смерть апьяо. Потому что йога – это от начала до конца жизни. Да? Это Шри Аурбиндо говорит, но это не то, что предполагается Шрути. Йога приходит и уходит. Хорошо. То есть... Постичь его невозможно никак. Разве что повторять, что он есть. Аститьева упалабдхавьях татвабхавена чобхайох. Аститьева упалабдхасья татвабхавах прасидати. Он есть, так следует постигать. Его истинную природу в обоих видах. Он есть постигшему его, так открывается его истинная природа. Здесь такая игра. Упалабдхавьях – это тот, который должен быть постигнут или реализован, и упалабдха – это тот, который реализовался. Асти ити эва. То есть он есть. Так, конечно, упалабдхавьях он должен быть реализован. Таттвабхавена чобхайогу. Таттвабхавена чобхайогу. То есть таттвабхавой, истинной, как бы, истинным чувством или истинным становлением обоих. То есть кто здесь оба вида, которые... One must apprehend him in the concept he is and also in his essential principle. But when he has grasped him as he is, then the essential of him dawns upon man. Убхайогу, что-то за убхайогу, да? Почему обоих здесь? Обоих. Я думаю, что это может быть связано с два вида. Вот это приход и уход, да? Явление и уход. То есть у начала и конца, да? От начала до конца у этих двух. Таттвабхавой, то есть знанием сущности, он должен был быть постигнут упалабдхавьях. И таким же способом утверждения асти итьева упалабдхасья, и у того, кто так реализовал в себе, что он есть,
Таттва-бхава просидет, и таттва-бхава становится его сущностью. То есть Шибинда здесь по-другому переводит, то есть его сущность как бы сияет или озаряет человека. То есть нужна какая-то вера, какая-то установка, устремление к утверждению, то, что называется в ведах стути, да, утверждение божественного, что оно есть. Это очень важный, оказывается, элемент, чуть ли не центральный, самый для Катха и Упанишан, что божественное есть. Об этом нужно все время помнить, и это есть ход к божественному. Да. Другого хода к нему как бы особо нет. Через речь туда не прийти, через ум тоже, через глаз, взгляд тоже не увидишь его нигде. А вот утверждением его сущности, такой установкой «он есть», да? Есть, актуально есть божественное сейчас. Мы смотрели вчера этот фильм о gratitude, да? И там тоже мать говорит об этом же. Весь фильм только об одном, что он есть. Какое чудо, что он есть. Он есть везде. Куда ни глянешь, ты увидишь его, так сказать, присутствие. И вот это есть ход к этому озарению. Видеть его во всем, везде и всегда. Знать, что он есть. Да, мне кажется, это еще как-то перекликается вот с адвайтистским подходом самоисследования хуэмай. Они вот исследуя себя, тоже приходят к пониманию, что он есть. Может быть, это немножко разные вещи. Да, здесь они скорее утверждают. А не, так сказать, да, вот эту божественную составляющую. Ну да, да. Ну, они тоже, наверное, предполагают, что он есть, поэтому ищут его, да, конечно. Mm-hmm. Может быть, это одно и то же в этом смысле. У них просто это описано, наверное, по-другому. То есть здесь не только на веру, но как бы вот и как собственное переживание вступает в силу. И поэтому это становится именно истинной природой. Открывается у нас и утверждается. Ну да, если я знаю, что божественное есть, если я действительно знаю, да, mm-hmm. ну, сейчас просто настраиваясь на это, что оно есть, ты сразу чувствуется его присутствие. Оно возрастает, потому что это реальность. И то есть вот этот свет, вот таттва-бхава, да, его сущность озаряет человека, происходит озарение. Я думаю, что это этот как раз ход, которые... И на основании этого все смотрится по-другому, да? Все вещи, все события. Если мы знаем, что он есть, мы видим их по-другому. Мы видим их истинную сущность. Это как вчера говорила Наталья, да. В этом свете психического видно, насколько мы... нам еще много нужно сделать со своей природой. Ну вот, 14 стих. Яда сарве прамучьянте камах ес я гарди шритаха атхам ритьом рито бхавати атра брахма самашнуте. И когда разрубаются все, когда прекращаются все желания, обитающие в сердце, то смертные становятся бессмертными, достигают здесь брахмана. Тоже интересно. Вот это здесь слово. Имеется в виду в физическом теле. Не уйдя из тела, а в теле. Когда все желания в сердце, которые нашли там свое прибежище Шритага, исчезает, выпускается, прамучьянте, освобождаются. Уже не оформляет наше поведение, нашу жизнь. Мы уже не захвачены этими витальными силами.
Яда сарве прабхидьянте хридаясье грантхаях адхамритьо амритах бхавати этао адья анушасанам. И когда разрубаются все узлы, прабхидьянте разрываются, Радаясья Иха Грантхаях, все узлы сердца здесь разрываются, разрубаются. У сердца все узлы, а здесь он переводит связывающее здесь сердце. Адха. Ну, вот эти узлы, это и есть вот те желания, вот эти пранические движения, предпочтения, страхи. Вот это они все связывают сердце, не дают сердцу явить свою истинную сущность. Тогда, когда они разрываются, мритьях смертный становится бессмертным. Амрито бхавати этавад ги анушасанам. Это дхи, наверное, дхи анушасанам. И таким образом это и есть, собственно, это дхи анушасанам учение. Это и есть самое основное учение. Как освободить сердце от этих уз витального и ментального существа и освободить сердце к постижению своей истинной сущности. Ну вот 16 стих. Шатам чайка ча хридаясья надьях тасам мурдханам. Муртан Абхинисритайка. Мурданам Абхинисритайка. Тайор. Я не вижу, он слишком мелкий. Тайор. Амритатвамети, да? Тайор дхва, тайор дхвамаян амритатвамети вишванг анья уткрамане бхаванти. Не могу разбить слово еще. Тайор дхвамаян. Дхвам. Тайор дхвам аян амритатвамети. Окей. В сердце 101 артерия. И из них одна ведет к голове. 101. Шатам ча эка ча хридаясья надьях. Нади – это вот эти артерии, которые уже используются позже в тантрических текстах. Тасам мурдханам абхинисритайка. А одна из них идет к мурдан, голове. Артерия. Имеется в виду вот поток, пранический поток. Ну, тайогу. Идущий по ней вверх достигает бессмертия во всех. Во все стороны служат выходами артерии. Ну да. Вишванг анья уткрамане бхаванти. То есть, давайте я прочитаю Шри Рубинду, будет легче мне разобраться. То есть 101 are the nerves, the 101 nerve of the heart, and of all these only one issues out through the heart, through the head of man. But these
By this, the soul mounts up to its immortal home. But the rest lead him to all sorts of conditions of birth in his passing. Не могу разобраться, что за слово здесь такое, или здесь ошибка. Амрататвамети тайо, среди тех двух, почему-то двух. Один идет в голове, есть много артерий, много потоков, один из них идет в голове. Среди этих двух двам. Мне нужно сверить с другим текстом. Может, опечатка, или я чего-то не узнаю. Аян. Амрататвамети. Идет к бессмертию. То есть среди них один здесь должен быть эком, на эка или что-то вот, и ведет к бессмертию, он благодаря ему идет к бессмертию, а через другие потоки он уходит в другие миры, да, уткрамане, он выходит вовне. To all sorts of conditions of birth in his passing. Это Шиобиндо добавляет, здесь нету этого в тексте. Да, я должен здесь разобраться с этим, не могу увидеть, понять, что это за форма здесь. Вот это я выделяю. Разберусь, в следующий раз скажу. Сейчас не хочу время тратить на это. Хотя, может, я чего-то не знаю. Или забыл. Сейчас я гляну. Раз уж так приспичило. О, да конечно, да чего же, я неправильно разбил, сейчас увидел. Да я этим путем, этой одной, урдвам аян, он поднимается ввысь, амритатвамети, и обретает бессмертие. Хорошо, это я совсем неверно разбил. Это не тайогу, это тая урдвам. Извиняюсь, вот видите, такое тоже бывает. То есть есть две возможности разбить их. Да. И тогда не получается перевод, собственно говоря. Окей, понятно. То есть тая, той, тем путем, урдвам аян, восходящий ввысь, амритатвам эти, достигает бессмертия, вишван анья, а другие уткрамане бхаванти, вишван бхаванти, они расходятся в разные стороны в своем выходе наружу. Ангуштаматрах пурушо антаратма сада джананам радае сам невиштах. Там сват шарират правриген мунчади вешикам. Да, Ириена. Одну секундочку, тоже тут накручено. Правриет мунчади вешикам. Да, Ириена. Там видья шукрам амритам. Там видят шукрам амритам. Идти. Ангуштаматра Пуруша Антаратма. Ну, вот это есть тут Антаратман или
психическое существо, атман, пребывающий внутри пуруша, ангуштха-матра, с размеров большой палец. Сада джананам хридае самнивиштах всегда пребывает в сердце всех существ, всех рожденных здесь существ. Там свач шарират, его из своего тела правригет, да, должен извлечь. Его из своего тела должен извлечь мунчад ива ишикам. Угу. Как сердцевину из тростника. То есть ишика – это вот тростник, а дхайрья – это как бы центральная часть. Как сердцевину из тростника он должен извлечь. Я, знаете, тростник, он твердый по сторонам, на периферии, а внутри у него мякоть есть. Вот эту мякоть нужно извлечь. Это и есть то такое сравнение с пурушей, пребывающей внутри, как наша сердцевина. Сердцевина нашего существа психическая, антаратман. Там видят шукрам амритам, его называют чистым и бессмертным. Это его должно знать как чистого и бессмертного. Ну и вот последнее шлока. Мы закончим сегодня катху. Да, здесь много всяких вещей. Да. Если бы мы могли этим всем пользоваться в полной мере еще, то было бы лучше даже. Начиная этим главным каналом, который один-единственный, да? Но это подразумевается здесь сушумно, видимо, да? Ну да, в тантрической традиции они говорят о том едином канале сушумне, да. Угу. А, ну, здесь, наверное, еще должен быть канал, который соединяет именно Харидая, да? Сердце. Mm-hmm. Сердце, видимо, с высшим сознанием сразу. Ну, это и есть тот самый канал сушумна, да. Он соединяет mm-hmm. по всему позвоночнику, от самых низов до самых верхов. Mm-hmm. Mm-hmm. Это он, да? Mm-hmm. Ну, это в тонком теле, да? Mm-hmm. То есть, чтобы избавиться от влияния других пранических сил, их разветвление и уход в пранические миры, нужно сосредоточиться на одном канале праническом, который соединяет наше высшее Я, нерожденное Я, Дживатма, с нашим психическим, с нашим, собственно, тонким телом. Так как мы находимся в этом теле, в физическом и тонком, то нам через это физическое и тонкое нужно добраться к тем зонам, где они не находятся ни в физическом, ни в тонком теле, они за ними, да. Но есть один ход к ним, одна такая нади, да, которая ведет к ним. Наверное, в этом и состоит вся суть очищения витального, ментального, да, сосредоточения, как добраться до той связующей в нашем теле, которая могла бы нас привести к реализации нерожденных центров в нас. Нерожденных это не совсем верно, но запредельных в нас. Но. Ну, вот в классической йоге же это тоже основа всех опытов. Выход в сушумну, да? Да. Но при этом как бы вот об открытии психического центра вообще речи не идет. Ну да, на нем нету такого, да, ударения, на нем не ставят ударение, то есть что оно является чуть ли, хотя о нем постоянно говорят. Здесь тоже говорится ангушта матра пуруша, да, хридае джананам самнивиштах, вошедшее в сердце всех существ.
Это оно. Да? Это не нерожденное я, это рожденный антаратма, внутренний атман внутри. То есть о нем постоянно говорится, но на нем не ставят такой, его не делают как бы, хотя Катха сделала на нем упор весь свой, она заканчивает этим даже. Ну, в последующих, может, из-за того, что другие опыты, они слишком как бы захватывают наш ум, типа там нирвана или самадхи, и их легче реализовать, может быть, тоже. Всякие сиддхи, всякие там, не знаю, сиддхи, как можно читать мысли или там передавать предметы на расстоянии, да. Всякое такое, оно захватывает ум, а потом религия с ее поклонениями, да, мурти всякие, челобитные и так далее. Все вот эти, весь этот институт брахманов, которые все время зарабатывают деньги на каких-то там, молитвах за твое здоровье. То есть все это вместе как бы отвлекает нас от основного, да, и создает такой фон как бы духовности, у которой как бы основная как бы суть потеряна. Это тот наше внутреннее существо. И божественное есть. Вот это божественное есть. Асти ити. Вот это очень важная какая-то установка в поиске божественного. В его реализации. Потому что сами мы это сделать не сможем, а вот если мы его утверждаем в нашей натуре, в нашей природе, то оно каким-то образом начинает нас просвещать, светить на нас, да? Делиться с нами своим светом, и мы постепенно приобретаем средства к его постижению. Да, это не такая легкая задача, да, реализовать божественное здесь, в этом многоплановом, много, да, мире, где все смешано и все влияет на нас. И в то же время это самая главная задача наша, да? Да. Мать говорит, это самое главное, открыть психическое. На это уходит у человека приблизительно 25 лет нужно на это потратить, в непрерывное, абсолютное вот такое вот устремление к этой цели. И она говорит, это время не будет потрачено зря, никогда. Да? То есть вот это устремление найти, реализовать в себе божественное, это и есть психическое. Найти его, оно есть здесь, в данный момент, сейчас, прямо сейчас есть. Да? Не завтра, там, не вчера. А вот, вот сейчас оно есть. И к нему только нужно достать его, достигнуть рукой или сознанием и позволить ему выйти на передний план. Здорово. А мать это реализовала в течение года, за один год. Она это описывает в одном из своих рассказов. Да? Потрясающе. Да. Она была в такой всепоглощающей концентрации, в постоянном сосредоточении. И у нее однажды даже чуть инцидент не произошел, когда она чуть под трамвай не попала. Да, да. Вот это вот ее состояние всепоглощенности. Да. Ну, я думаю, что у матери там она была уже рождена с этим психическим, и с самого детства у нее оно было на переднем плане, и поэтому она, собственно, была этим явлением. И Шубиндо об этом говорит о матери. Она была с детства такой. То есть, а вот осознание его, интересно, в сердце, да, как божественного в сердце, оно пришло в той мере, как самоосознанность. Оно пришло позже к ней, интересно. Она описывает это тоже.
То есть, как только она узнала, что божественное в сердце, все стало на место. Сразу все было понятно, почему происходит то с ней то, что происходит. Потому что то, что с ней происходило, действительно трудно описать. Да? С детства она поднималась в небеса, там, над высоко над Парижем, и от нее расходилась такая мантия светоносная, она покрывала весь Париж, и все больные, и потерянные, и несчастные приходили к ней, касаясь этого платья, и им становилось легче, и они излечивались. Вот это было ее самое интересное в детстве такое занятие ночью спать, значит, это туда снова в это платье снова подниматься. Вот такая была мать. Да, потрясающая вообще ее способность. С 4 лет это она медитировала на своем там стульчике. Есть где-то фотография, где она сидит. И объяснить ничего не сможет своим родителям. Они вообще такие чуть ли не атеисты. И у нее и брат тоже такой же непонятный. Да, брат. Она там с ним тоже ходила. И не могла ничего сделать, представляешь? С этим, с братом. Брат был такой вот заскорузлый материалист. Даже вот сила не зашла над ним однажды, когда они были на мосту, мать описывает. Они переходили через мост в Париже, и сила не зашла на него, светоносная. И он услышал голос: «Ты можешь быть как Бог». И он ответил сразу: «Нет, я не хочу. Я хочу служить человечеству». И сила исчезла, ушла. Мать сказала: «Дурачок, служи человечеству, служи теперь». Он потом стал каким-то дипломатом и служил в Африке. Я где-то читала. Вот и все, Африка съела его живьем. Ничего не случилось в его жизни. Я уверен, что где-то материнская милость на него, конечно, распространяется. Это я зря так на него бочку качу. Но вот... Это я, наверное, себя в нем узнаю. Сопротивление такое, да, такая эгоистическая, фантомогорная. Сопротивляемся божественному, да. Да, со всех сил. Оно уже приходит, оно уже нам и так, и сяко. Мы все куда-то в бок. Что-то еще не завершили, не доделали в этом мире, как будто бы можно что-то здесь доделать. Как будто бы не оно самое главное, самый главный строитель этого мира. Вот это то, что Шри Рубинда проводит в своих работах постоянно, что вот этот мир со всем его набором, со всеми его гунами, манифестациями есть не что иное, как работа божественного. Это его, собственно, это он творец, а не мы. И если мы позволим ему творить напрямую, это творение будет носить другой характер. Но мы станем соучастниками или свидетелями великого творения, так скажем. Да. Но мы не позволяем. Мы сопротивляемся, хотим сами что-то. Мы сами с усами. Да? Хорошо, друзья, остановимся здесь. В следующий раз я даже не знаю, что мы будем делать. Мы, наверное, возьмем какую-нибудь... Унишаду еще какую-то, да? Какую-нибудь, да, которую мы еще не брали. Там, может, Шветаш Патару или там Прашну. Мы брали с вами прашну давно, да? Нет, нет. Окей, можем взять. Это такие более уже ближе к нам упанишады. Угу. Брихадараньяка. Да, вот эти большие две, конечно, они бесконечные. Мы всю жизнь будем их читать.
Хотя можем взять там Бригадараньяку, это Яджневалки, это там очень много всяких мифов интересных. Окей. Ну все, тогда я закрываю мантрой. Саханабавату, саханау, бхунакту, сахавирьям, каравабхай, теджасвинавадхитамасту, мавидвишабхай. Ом шанти, шанти, шанти. Шри Гуру Бхё Нама. Хари Ом.